Три часа общения. Делились, обсуждали, вносили предложения. Изменения в закон об учете назрели давно. Ведь ныне действующие положения были заточены под международную систему финансовой отчетности. Сейчас это уже не актуально. Нужно ориентироваться на свою страну и выстраивать свою систему. Что надо менять? Менять можно только, если ты услышал людей, практиков, которые работают на земле. Поэтому было принято решение комитетом, мною лично, как человека, который ведет эту область, поехать в регионы, провести круглые столы. И на сегодняшний день еще раз мы услышали, насколько это актуально. Все предложения, поступившие в рамках круглого стола, в ОКЗС обещали зафиксировать письменно и отправить в Комитет Госдумы по бюджету и налогам. Для того, чтобы они уже на этапе формирования нового федерального законодательства каким-то образом легли, и в том числе Наталье Алексеевне помогли. Это сложное дело, надо убедить и Министерство финансов, надо убедить коллег в Государственной Думе в совершенствовании федерального законодательства. Мы в этой части поможем. В ОКЗС в перспективе планируют рассмотреть проект федерального закона об учете, внести поправки и, безусловно, поддержать. Ведь принятие нового закона должно в нынешних условиях существенно облегчить жизнь предпринимателей в части финансовой отчетности. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.